Познакомимся с вами с конструкцией металлоискателя Fisher F5. Для тех, кто уже пользовался продукцией компании Fisher, будет привычно увидеть на этом металлоискателе S-образный конструктив. Ну, он уже завоевал сердца потребителей во всем мире, и не было смысла менять на этом металлоискателе конструктив на что-то иное. Полностью с этим согласен. Конструктив достаточно удобный, простой. Сейчас мы в этом убедимся. Металлоискатель состоит из трех секций, из трех штанг. Нижняя штанга пластиковая, но бояться того, что она пластиковая, не нужно. Вы можете на этом металлоискателе использовать абсолютно весь ассортимент катушек, включая катушки большего размера и, соответственно, большего веса, абсолютно не переживая за какие-то другие компоненты металлоискателя, за их целостность. Ничего страшного не случится. Металлоискатель рассчитан на то, что вы можете использовать катушки большего размера и большего веса. На нижней штанге закреплена катушка. Это монокатушка, овальная. Универсальная катушка, очень удобная для всевозможных видов поиска. Но, собственно, этот металлоискатель, он и есть универсальный металлоискатель. И совершенно оправдано применение на нем монокатушки, которая дает высокий стабильный результат при любых поисковых экспедициях. Надо отметить, что кабель катушки очень эластичный, достаточно толстый и имеет силиконизированную оплетку. Этот кабель не подвержен механическому износу и активно сопротивляется воздействию температуры. То есть даже в холодное время года вы можете вести поиск и не переживать за то, что с кабелем что-то случится. Средняя штанга и верхняя штанга металлоискателя изготовлены из алюминия. Они очень легкие. И вообще весь металлоискатель весит порядка 1,3 килограмма. Согласитесь, это очень умеренная цифра. И эти штанги покрашены в приятный золотистый цвет. На средней штанге металлоискателя имеется ряд регулировочных отверстий, благодаря которому вы в широком диапазоне можете регулировать ростовку этого металлоискателя и таким образом подгонять его под текущие задачи и под комплекцию и рост поисковика, который выйдет с этим детектором на поиск. Кроме того, на средней штанге размещены два цанговых зажима, обеспечивающие жесткость всей конструкции, всех соединений. Блок управления металлоискателя закреплен жестко на верхней штанге. Снимать его отсюда не рекомендую, и в этом смысла большого нет. Один раз закрепили его при первоначальной сборке, и так он у вас и будет находиться на верхней штанге. Удобная ручка металлоискателя и удобное положение руки при поиске обеспечивает доступ ко всем элементам управления большого пальца совершенно легко и непринужденно. Но при желании вы можете подключить и левую руку, естественно, регулировать какие-то настройки и режимы металлоискателя левой рукой. Подлокотник металлоискателя также достаточно комфортный. Внутри проклеен пенкой и имеется две прорези под лямки, которые вы можете приобрести к этому металлоискателю опционально. Вот таковы конструктивные особенности металлоискателя Fisher F5. И в следующей части мы познакомимся с техническими возможностями этого металлоискателя.